На юге Украины выберут лучшего врача. Участие в конкурсе могут принимать медики из Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Уже 5 августа каждый желающий может подать своего кандидата для участия в народном рейтинге. Мы объявляем о старте. Мы объявляем о том, что уже с 5 августа на сайте topdoctor.com.ua можно заходить, предлагать своего доктора к участию в конкурсе, можно отдавать каждый день голоса за своего любимого доктора, можно активно участвовать в социальных сетях при поддержке того или иного врача нашего. Определение победителей проходит методом онлайн-голосования. Каждому пользователю необходимо авторизироваться на сайте с помощью социальных сетей и отдать свой голос за 5 участников. Голосовать можно будет месяц. Церемония награждения лучших врачей состоится 11 сентября. Исполнительный директор проекта отметила, что в этом году организаторы усилили защиту сайта, чтобы все было объективно и без накруток голосов. Все атаки ботов, которые были в прошлом году, хочу акцентировать внимание, в этом году будут успешно отбиты. Поэтому, уважаемые пациенты, которые собираются вступить в нешуточную борьбу, пожалуйста, не привлекайте к голосованию ботов. В рейтинге нет первого, второго или третьего места. Награждение врачей будет проходить по номинациям. Все, кто оказался в верхней части списка, будут награждены. Основная цель мероприятия – поблагодарить врачей, показать их востребованность. Еще одна миссия народного рейтинга – образовательная. Благодаря проекту «Топ-доктор-2020» каждый сможет узнать о новом специалисте, к которому может в дальнейшем обращаться.